Сегодня Чувашию посетил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе. Рабочая программа Игоря Комарова началась в новой школе в новом городе, которая откроется уже 1 сентября. Новый город – один из крупнейших жилых массивов России. Здесь будет построено более 1 000 000 квадратных метров жилья. По словам министра строительства Чувашии Александра Героева, на примере нового города можно проследить реализацию практически всех национальных проектов. Здесь, на самом деле, наглядный пример, так скажем, синхронизации вот этих всех наших проектов. То есть по программе «Стимул» здесь построены дороги с троллейбусной линией, запущены уже троллейбус. Также по программе «Стимул» построены 2 детских сада. По демографии, соответственно, 2 детских сада и школа. Также открыты 2 поликлиники. Новая школа рассчитана на 1600 мест, но уже сейчас подано почти 2000 заявлений. Во-первых, дети, живущие в новом городе, пока учатся во вторую смену в других учебных заведениях. Во-вторых, новая школа будет инновационной во всех смыслах слова. Здесь мы можем увидеть полный набор всех популярных робототехнических комплектов, таких как Лего у ребят, Векс. Ну и, естественно, мы понимаем, что это прыжок такой в инженерию. Что мы можем здесь увидеть? Также мы можем увидеть здесь интерактивную доску, с помощью которой учитель объясняет, значит, ребятам урок. Значит, мы также здесь можем зарегистрироваться для участия в соревнованиях. Администрация школы предполагает, что уже с 1 класса дети выберут направления образования – техническое, гуманитарное, медицинское и другие. Так, для изучения биологии закупили интерактивное наглядное пособие, на котором можно увидеть строение человека. А на инженерных занятиях можно будет экспериментировать с умным домом. Позаботились и о здоровьесберегающих технологиях. Здесь открыты медицинские и стоматологические кабинеты. Уже готов бассейн, в котором могут заниматься плаванием дети с разными группами здоровья. В большом спортивном зале смогут заниматься физкультурой сразу 3 класса. Помещение делится на блоки с помощью специальной сетки. Школа станет по-настоящему культурно-спортивно-досуговым центром. В актовом зале возможна организация кинопоказов, работа различных кружков для жителей микрорайона, а спортивная площадка сможет принять любителей спорта всего нового города. После экскурсии по школе полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров назвал ее одной из лучших в округе. Порадовало то, что такой основательный подход не только с точки зрения масштабов, но и с точки зрения программ и технического оснащения, и тех задач и программ, которые затрагивают совершенно разные сферы деятельности. И организации досугового, работы с детьми, и олимпиадной подготовки и сопровождения, и ранней профориентации, и использование современных методик, и цифровизации учебных процессов, и использование современной техники. Конечно, впечатлила та программа, которая и те задачи, которые ставят перед собой Министерство образования республики и руководство школы. Татьяна Молокова, Татьяна Раевская, Павел Редков, Андрей Спиридонов. Республика.